Миша, привет. Скажи, какой праздник будет в следующее воскресенье? Праздник всех детей. Пасха. Новый год и день рождения. Ты знаешь, сколько лет будет нашей церкви? 25. 2011. 28. 21. 20. Скажи, ты знаешь, кто в церкви главный? Пастор Юрий. Пастор Богдан. Кто такой пастор? Пастор Юрий, кто это? Который общается с Богом и рассказывает про него. Ну, он тот самый главный. Это человек, который создал церковь. Пастор Юрий – это муж пастора Оли. Пастор Богдан – муж пастора Ирины. А какие у него обязанности? Принимать гостей, церковь и пастырить, быть, слово говорить, служение вести. А почему ты ходишь именно в дверь в небо? Чтобы благословиться. Чтобы служили Богу. Ну, чтобы Библию знать. Чтобы поздравлять Бога и молиться. А что нельзя делать в церкви? Лежить и делать плохие поступки. Мне нравится больше всего рисовать, писать и учить уроки, которые нам задают. Что означает дверь в небо? Дверь в рай. Ну, это когда уже настало, уже люди идут на небо. Скажи, Миша, каких знаменитостей ты знаешь? Пастор Юрий, пастор Богдан, еще кто там? Мама, папа, пастырь Богдан, пастырь Юрий. Лена Откачала. Фенюк, Виногодов Серега. Видно тоже мою маму. Пастырь Олю. Дедушка, бабушка, папа, мама, еще кто там? Казымов еще, эти Нежновы, Елена Владимировна. Если бы ты была пастором, Ева, какую бы проповедь ты говорила, о чем бы ты говорила людям? Так я буду пастырем. Ну, о чем ты будешь говорить? Вот первая твоя проповедь о чем будет? Не знаю. А теперь поздравь церковь. Я пожелаю церкви, чтобы она была наша любимая. Я поздравляю церковь с 25-летием, тем, чтобы уже больше благословлялось с человека. Аминь. Чтобы люди верили в Бога. Днем рождения, церковь. Дорогая церковь, желаю тебе, чтобы ты была красивой. Чтобы люди, которые верят в Бога, были счастливы. Я желаю церкви, чтобы она еще долго жила. С днем рождения тебя, поздравляем тебя. С днем рождения, тебя. Церковь, дорогая, наша самая любимая, с днем рождения. Всего тебе самого хорошего, любви, процветания и много пожеланий. Супер, спасибо.